Здравствуйте, друзья! Еще раз про землянику. Июль месяц. Да, вот такие вот грядки. Вот такая вот земляничка. Видно, да? Кругом растет. Вот. Вот такие вот ягодки. Разные сорта. Все выращено в нетканных мешках из семян. Такие вот есть, к сожалению, опять не привез весы, посмотреть там самые крупные ягоды, сколько весят. Вот. Ну, и так покушали, и уже закатали. Варенье. Хотя сейчас варенье уже по Малышеву, это просто сладкий корм, бесполезный, надо морозить, но тем не менее, да, морозильники есть, я думаю, что мы еще и заморозим, поскольку, то есть вот так у нас можно сделать, соответственно, вывод, что земляника достаточно, ну, вот тут тоже неплохие. Растет и развивается корневая система в нетканных мешках. Вот это кусты второго года, то есть в том году были посажены весной. Вон какая, смотрите, какая прелесть, да? Вот, видно, нет? Вот какая. Вот. Вот такая земляника. Ну вот так. Буду держать дальше вас в курсе. Подписывайтесь.